Yeah.
waste it, so take it. It's so sweet I can taste it. Locked out on the other side of the clock, facing, doing my best to reinvent it. Stitch the seconds back together. Remember that the world won't rest till we share the same tense. Just know to me, you better late than never again. Yo, Patako. I'm still waiting, I'm still waiting. Да будет так. And will I see you again? I'm still waiting, but I keep on dreaming. Sometimes you seem to be right there, seem to be right there. Sometimes you seem to be right there, seem to be there. I'm still standing, but I'm sick of waiting. Mama, will I see you again? Cause from the moment we started something new, there was something. Sometimes you seem to be. Thank you.
чувствую сильную магию. Ранен? Опять? Давай покажем им, что такое подлинное искусство. Потому я отказываюсь от каждой десятой кружки. I did the taste of her.
устал я от всего этого. Нужно так стоять. Trade places in the tragedy. I couldn't picture three crazy and grabbing me. For just a moment, I was trapped in the pain. Lord, come and take me for sitting violated. They chased and they yelled me, even though it wasn't me. I could feel the grief thinking with your brain's warm. That would make the pain go. No, you gotta find a way to survive. Cause they win when your soul dies. Baby, please don't cry. Now, hush.
right. I'm trying to do all that I can from jump. Now you losing, you was choosing the wrong man, dealt the wrong hand. You was young and beautiful, lost and turned out. But you let that again do to you. I knew her since elementary, she blew a kiss to me. Wrote me a note and crayon, wanted to get with me. We was kids, now she got three kids. They see their father, ain't they damn know who he is. Seen him last night, homie rolling E-class. Защитит тебя богиня от всякого зла. Что тебе нужно?
Братья Ланни для людей. It's too late. Ну ладно, мы сделаем. Ничего нет.
говоришь с королевой в телеге. Слава отважнейшим! Я отказываюсь от каждой десятой кружки. Чего надо? Да защитить тебя в одну. Я хочу.
Скучно так стоять. Что вечно дева, мать и старуха. Склони голову перед мудрым Фрейей. Чтоб меня Кракен прихватил. Если нужно, я помогу.
Модран Фрея терпелива, но оскорбление не прощает.
Склони голову перед мудрым чужим. Пожелтевшую эмалированную ванну рекомендуется чистить солью с уксусом. Я кануло, я
дева, мать и старуха. Первая танцевальная радиостанция страны. Наступил этот момент, когда Захарева появилась вместе со мной. Вот как так, да? Мужчины должны работать, а мы с тобой тут работаем. А где они? Не знаю, где справедливость. Я думаю, что все мужчины сейчас находятся в цветочных магазинах. Вернее, я не думаю, я в этом уверена, потому что сегодня с утра я прошла в цветочный магазин, и огромная очередь из мужчин, только мужчины в цветочном магазине, которые скупают просто килограммами тюльпаны. Просто не в штуках, а килограммами. Так что, мужчины, если вы хотите не стоять в очереди, а наоборот, не хотите, вернее, стоять в очереди, на рекорде у нас продолжается операция «Ахтунг» 8 марта. Мы помогаем парням выигрывать дизайнерские букеты цветов для девушек. Единственное, что тебе нужно сделать, это просто получить женский подарок, ответить на женский вопрос. Парни, для участия отправляйте слово «Ахтунг» на номер 106.3 или бесплатное сообщение из мобильного приложения «Радио Рекорд». И с 10-м отправившим сообщением сыграем в игру уже меньше, чем через 15 минут. Давай, закидывай. Все пароли явки ты знаешь. Здесь Знахарева. Ближайшие 3 часа и рекорды с радио. Your first time. 'Cause you got some.
стоять. Тамада, дай мне слово, ведь я тамада, 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 тамада.
Мужчин в этот замечательный день 8 марта. На рекорде продолжается операция «Ахтунг 8 марта». И на связи у меня Захар, который 10-м отправил сообщение со словом «Ахтунг» на номер 106.3. Привет, Захар. Привет, привет. Ну что, чтобы получить дизайнерский букет цветов для девушки, тебе нужно ответить на один чисто женский вопрос. Ты готов? Да, конечно. Итак, вопрос, на самом деле, мне кажется, что простой. Не знаю, как для тебя, но слушай внимательно. Что такое шугаринг? Вид диеты, при которой следует употреблять больше сахара, или способ эпиляции, выполняемый с помощью густой сахарной пасты? Так, три. Так, ну, так, что же, ну, это ответ номер два. Способ эпиляции, да? Да. Абсолютно верно! Конечно, Захар, я тебя поздравляю! Ты получаешь дизайнерский букет цветов для своей девушки. Но остальным парням, которым нужны подарки для девчонок, срочно отправляйте смс со словом «Ахтунг» на номер 106.3. Очередной розыгрыш у нас будет через час. А Захар, у тебя есть возможность поздравить свою девушку на всю страну. Давай! Солнышко мое, Алиночка, я поздравляю тебя с Международным днем женщин. Я тебя люблю очень сильно, и не обижайся, и у нас все с тобой будет очень хорошо. Ой, как приятно. Конечно, будет хорошо, особенно после того, как подаришь букет. Захар, оставайся на линии, расскажу, как получить букет, как получить свой замечательный подарок. Друзья, мы едем дальше. Девочки, с 8 марта вас здесь Рекорд Дэнс Радио. Чего надо? Конечно,
what you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hen, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? I call my homie Tyler, we can also begin. Get it in, and again, leave evidence. Waste it, so what? Irrelevant. Big kick to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean to make a sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drips go up, oh up. I got it. Да у нас же ничего нет. Максимальное количество мыслей, которые могут воспринять слушатели, не так велико. Поэтому, если вы хотите завоевать внимание аудитории во время устного выступления, не делайте свою речь излишне затянутой. Весна. Record. Dance Radio. Слышно? Вот так! Хорошо!
Модран Фрея терпеливо, но оскорбление не прощает. Очень замечательно. Я говорю, сейчас еще выигрываем, до 12 побед добиваем и открываем три бочки. Нельзя терять времени. Скучно так стоять. Хольгер Черная Рука снова на свои дракары людей нанимает. Что скажешь? Ну что, сегодня 8 марта, и, конечно, лучше же, мужчины, бы ты мне под топор не совался. Пишите на номер 106.3. Поздравляйте своих замечательных дам с 8 несите марта. Несите еще может, меду. Может, еще другие у вас праздники есть. Признавайтесь в любви, передавайте привет. В общем, делайте все, что хотите на номер 106.3. Пишите или бесплатно. Все это категория 16+. Самые интересные, самые яркие поздравления. Да будет так. Первый танцевальный уже очень-очень скоро. Рекорд Дэнс Радио. Давай игру проспорим. Солью. Модран Фрея терпеливо, но оскорбление не прощает. Погоди, я тут перекурю. А ну, снимай все, что есть. Смерть ничем. Кусок. А вот один кусок. Когда я с тобой покончу, хранить будет нечего. Что тебе нужно? Лучше бы ты мне под топор не совался. Модран Фрея терпеливо, но оскорбление не прощает. Да хранит нас Модран Фрея. Я тебя не подведу. Что тебе нужно? Нельзя терять времени. Модран Фрея терпеливо, но оскорбление не прощает.
Ну, снимай все, что есть. Привет. Хочешь взглянуть на наши запасы? Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Мы служим той, что вечно дева, мать и самопожертвование. Подъем, бездельники! После смерти отоспитесь! Выступаем сейчас же. Вот так! Хорошо! От меня никто не скроет. Что от меня Кракен проглотил? Моя сила принадлежит тебе. Офигеть. Я продаю авто в Карпрайс. Я продаю авто в Карпрайс. Курьер Черная Рука снова на своей дракаре людей. Что скажешь? Все дороги ведут в Нидгард. Продают авто в Карпрайс. Выгодный, честный, простой и надежный. Вот что такое Карпрайс. Весна. Полагаю, мы сделаем по-моему. Фин, великолепно. Жаль, но у меня нет времени. Твое желание для меня закон. Я не успеваю. Слава великому солнцу! Склони голову перед Модрон Фрей. Жаль, но у меня нет времени. Айдрода Думани Мэ.
хранят нас. Не смеши меня! Все к оружию! Обожаю этот трек, но, к сожалению, или к счастью, у нас здесь прямое включение из рекордного смс-чата. Считаю то, что вы прислали к нам на номер 163. Поздравляю всех девушек с этим замечательным праздником. Девушки, наши цветы жизни, поэтому светите радости наш взор. Поздравления отправлено из Беларуси. Поздравляю ведущую этого радиошоу с 8 марта, которая работает в свой законный выходной, а также поздравляю всех девушек, работающих сегодня. Костя, Костя, спасибо тебе большое. Вот как приятно. Молодец, что завидую. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Когда тебя отпустят домой с армии, это Израиль. Парни ждут своих солдат. Порядок превыше всего! Ну что, а теперь ваши бесплатные сообщения из нашего мобильного приложения. Девочки, РЦ, самолет, с праздником вас! И только позитивного настроения, а также весь женский коллектив рекорда с праздником. Вам спасибо за мега-атмосферу. Борис из Волгограда, спасибо, Боря. Привет, рекорд, поздравляю весь женский коллектив рекорда с 8 марта, а также всех девушек Новосибирска с этим замечательным днем. Жду любимую с работы, решил подготовить ей сюрприз. Первый раз в жизни готовлю Цезарь. Пожелайте мне удачи в этом деле. Удачи тебе, дружище. Поздравляю всех девушек с праздником. Варя Универ, Иркутск, рекорд качает. Мама Оля, с 8 марта ты у нас самый любимый. Андрей и Ваня с Зеленограда. И поздравляю с 8 марта всех девушек, а также свою любимую девушку Валюшу. Я тебя очень сильно люблю, скучаю по тебе, моя дорогая. Выздоравливай твой Андрюша. Ну что, друзья, также продолжайте писать на номер 163 или бесплатно из нашего мобильного приложения Radio Record. Поздравляйте девушек с 8 марта. Поздравляйте своих мам, своих сестер, своих бабушек, в конце концов. Всех-всех-всех поздравляйте. Пишите. Нет, на номер 163 или бесплатно из мобильного приложения. Мы едем дальше, здесь Рекорд Энс Радио. Делай громче. Сегодня будет все очень круто. Вот так! Хорошо! Как грил. Сын мой. Так, три хода, три хода. Не, ну вот, зараза. Служим той, что вечно дева, мать и старуха. Нет ничего лучше на черви сны, чем хороший грабеж за море. Мои люди знают, что такое самопожертвование. Когда я с тобой покончу, хоронить будет нечего. Эдван Старспайр, Эдван Форд! Yeah.
О. Так, после двух ходов перенести самый сильный другой отряд. Золотой отряд, другую сторону, пусть равен. Блин, ну... Такое. Сири, наверное, лучше будет. Хотя... Одна голда на три бочки нормально. Рот не болит. Бракелон не для людей. Рекорд, цитата. Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. Альберт Эйнштейн. Да не знаю, топ, не топ, мне в принципе без разницы. Я собираю колоду так, как я их вижу. Как мне нравится, под свой стиль игры. Конечно, знаю, что много недочетов, но все равно. Недочетов много. Хочешь понюхать моего топора? Скрафтить-то это можно всегда. Да, и брить, колотить. Ладно. Вода, это я. Я убил. Очень жаль. Эй, эй, ты там! А ну иди сюда! Блин, она теперь... Блин. Чтоб тебя Морхен поглотил! Бесит. Меч — это оружие женщин. Сделай себе топор.
Хватит болтать! Да не вопрос. Странно, что он не засейвил. Для себя. А скрафтите, блин, я говорю, это не проблема накопить голды. Ну, покажем зубы белки. Терпит, еще непонятно, что терпит. Какую линию сейчас будет? Фестивали, не выходя из приложения, и куча других фич. Обновленное приложение рекорда для Apple и Android. Качай и радуйся. 16+. Карта. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Тирша! Есть! Замечательно! Йоргут за нас отомстит! Вообще шикарно. О, боги! Что с вами хуже, чем с детьми? Вполне нормально. Болтать. Я уже иду. Ну нет. А, ну хотя, в принципе. А, нет. Нет. Меня прям выиграл. Никаких переговоров. Я чего и не делаю. Блин, теряем наоборот. Подъем, пристельники! После смерти от открытия. Всякая битва должна оканчиваться кровопролитием. Я презираю все человеческое. Блин,
Я буду твоими глазами, господин. Рекорд лайфхак. У людей правшей на правой руке ногти растут быстрее, чем смерть. Мужчины, все наоборот. Рекорд. Что надо делать? Тут пару уже мешать карты. Твои штучки тебя не спасут, Хойны. Да, и... Самый слабый золотой отряд. Да, отряд зачем залить себя? Самый слабый, ну, пятерку. Ну, покажем зубы, белки! Да, давай, его, его и его. Блин, две карты. Гад. А если тебе мои гроши смердят, так поцелуй пса под хвост. Мудрый ты. Гад. Важный гад. Собираются тучи, но мы еще можем радоваться солнцу. Еще есть время. Ордер! Слушайте Радио Рекорд и приходите 19 мая на мой сольный концерт в Санкт-Петербурге в клуб А2. Не пропустите, будет очень жарко. Пожалеешь, что тебя мать на свет родила. Мёду! Несите еще мёду! Вам отвадни! Запахли с этим горсоватым. И что? Мне его на кочергу перековать? Главное, чтобы не было Геральда и казни. Я могу сделать для тебя... Зараза. Плечом к плечу! Блин, вот что делать. Тебя чую. Смерть ничем не меняет. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха.
порядок в этом бардаке. Я очень ждал, что ты так и скажешь. Хоть один кусок. Хранит нас Модрон Фрея. Дай. Ёкарный бабай. Склони голову перед Модрон Фреей. Давай, Крун, проспорь. Крепись, любовь моя. Склони голову перед Модрон Фреей. Интересно, он еще какой-нибудь хилить будет? Kiss par endless. Офигеть, он у меня по картам уходит. Я немного. За призраков Мордега! У тебя сегодня плохой день. Слушайте! Слушайте! Никаких переговоров. Давай уже заканчивай. Не раздражай меня. Да ёшкин кот. Я не поддамся. Меч — это оружие женщин. Сделай себе топор. Крепись, любовь моя. На тебя, подлый гад. И блин. Record.